Shiroba Illustration представляет. Ну и где мы? Мы в лаборатории Шакала. Понятно. Но сейчас есть дела посерьезнее. До того, как я убил зеленого треугольника, он рассказал фиолетовому то, что красный вышел из темницы. То есть сейчас фиолетовый направился к красному с желтым для того, чтобы вернуть его обратно в темницу. Угу. Нужно скорее идти туда, чтобы остановить фиолетового. На такие случаи у меня есть специальная способность. Итак, что ты тут делаешь? Ты должен находиться в темнице. Захотел. Ха! Ай! Вася, вижу, ты нашел себе девушку, да? Козел. Че, если не хочешь меня убить, да? Но смелься, если ты меня убьешь. То запомни, я не один. Приспешников Шакала очень много. Они найдут тебя и убьют. Запомни мои слова. Я тебе говорил. Прощай. Фиолетового больше нет. А соответственно, проблем тоже. Сейчас кому-то будет очень плохо. Ядерная головка СССР летит. Согласен, кажется, он по нашу душу. Не думаю то, что мы сделали что-то плохое. А сейчас никого не волнует слово фиолетового. Кажется, это один из их приспешников. На! Има. Эй, стой на месте и смотри на меня, а иначе тебе не поздоровится. Отвел взгляд. Шакал все еще жив. Запомните, он придет за вами. Осталось только победить Шакала. Это будет нелегко. Конец пятой серии. Но Шакал до сих пор не побежден. Начало пятой серии. Я боюсь, не буду слушать. Сейчас все держимся около меня. Воу, нифига себе. Я знал то, что вы появитесь.
я снова воскрес. Эй, очнись, очнись. Уже бесполезно. Все еще.